Добро пожаловать на канал Hard Reset Info. Сейчас я вам покажу, как на устройстве AOKit LC15 Pro изменить язык клавиатуры. Открываем приложение «Настройки», спускаемся вниз и выбираем пункт «Система», а затем «Языки и ввод». После чего выбираем «Виртуальная клавиатура», выбираем «Gboard». Теперь нажимаем «Языки». И теперь смотрите, у нас есть два добавленных языка, мы можем добавить еще какие-то. Например, испанский. Нажимаем «Готово». И видим, что у нас теперь в списке три языка. Теперь, если мы зайдем в любой пункт меню, где можно что-либо писать, не знаю, видим, что английская клавиатура есть, испанская клавиатура, «Эспаньоль», и русская. Что ж, на этом, пожалуй, все. Спасибо большое за просмотр. Ставьте лайки, подписывайтесь и до скорых встреч. До свидания.